Сейчас я буду готовить русский народный напиток сбитень. Рецепт его очень простой. Берем воду, берем любые специи, которые дома есть, включая даже чай, и варим вместе с сахаром или с медом. Какие у меня дома специи есть? Вдруг она от простуды помогает? Имбирь, это не надо, кардамон, куркума тоже не надо, и что-то еще у меня было, корица, нормально. На Руси никогда не было ни весов, ни мерных ложек, поэтому я все на глаз буду делать. Можно воду сначала налить, можно сначала специи, потом воду. Это вообще без разницы. Даже можно их бросить, когда закипит, можно сейчас. Народный рецепт, он на то и народный, что можно все. Можно даже отрезать лишнюю часть упаковки. Ну, треть ложечки корицы. Корица вообще сильная специя по вкусу. А потом разбавлю водой, что проблема, что ли? Если мне будет слишком концентрированно. Кардамона столько же, да все поровну возьму. Все параллельно. Имбиря поменьше, у него вкус специфический. И почему бы еще черного перца не добавить? Чуть-чуть. Сладкое с острым, кстати, очень хорошо сочетается. Сахар пускай тоже поварится. Может, в карамель превратится. Полторы ложечки. У меня даже ковшик такой народный, со сломанной ручкой. Ну, пока варится, тут скучно. А сколько он будет вариться, тоже черт его знает. Сколько терпения хватит. Все, поварил минут 5-7, выключил и процеживаю. Через ситечко чайное в стакан. И попробую. Так, я бы еще чай добавил для небольшой терпкости, она тут не помешает. Пока это кипяток, можно добавить чай, и он нормально заварится. Обычную стандартную ложечку. Ну что, думаю, чай заварился. Процеживаю снова. Отличный согревающий напиток.